Всем привет, дорогие зрители, с вами Ниагара, и мы продолжаем. Подошли, так сказать, к самой интересной ветке этой игры, Путь Короля. Да. И Путь Мертвых. Арагон. Нам здесь доступны разные персонажи, в отличие от тех уровней, когда можно было играть только за Сэма, либо за Гэндальфа. Здесь можно выбрать любого. Ну, я вообще... чаще всего играю Леголасом. Даже не знаю. Давайте выберем его. Потом поиграем королем. The way is shut. It was made by those who are dead, and the dead keep it. The way is shut. Malice lies heavy in the air. Гимли ворчит. Так. Добивание. Класс. И стрелы, все, погнали. Ну, нам тут придется повоевать с мертвяками. Они не очень-то рады нашему визиту. Ну, как вы помните, мы должны призвать армию мертвых. Иначе нам не победить силы Мордора. Пацаны сразу начинают наваливать. Тут мне, кстати говоря, неплохо будут помогать Гимли с Арагорном. Они такие, как напарники. Весьма-весьма. Не дураны. Это вам не Фродо, который вечно застревал где-то. С голумом. Так. Ага. Понеслась. Так. Чих. Наваливаем. Вот это добивание, вот это я понимаю. Глаз нормально добивает. Не то, что Сэм. Криворукий. Постоянно кто-то что-то говорит. Так. И я не себе. Идем дальше. Тут потом будет такой неприятный моментец. Тихо, отходим. Когда нам надо будет идти обратно? Я помню, что здесь будет прям какой-то жопный такой момент. Там надо будет быстро-быстро убежать, короче, отсюда. И там бывает частенечко. Не успеваю удрапать. Там маршрут надо знать очень четко. Так. Все. Молодцы. Подожди. По-моему, нам тут надо пройти. Есть какие-то два разветвления там пути. Да. Парни с луками. Эй! В мыслях. Чё вас так много? Тут бы понавылазили. Опять? Так, хорош. А где Арго? Двое со щитами. Арагон! Ара, где ты? Где Арагон? Почему мы вдвоем с Гимли? Ты чё? Ты тут застрял? Пошли давай. Ты чё начинаешь, как Фродо-то? Да блин! Я не понимаю.
все хорош. Хорош. Слушайте, а если мы сходим еще вниз? Может, там что-нибудь нужно? Ну, там хилка. А мне только что большой дали. Все, пошли этих валить. Ну, со щитами, как мы знаем, тактика-то у нас одна. Да подожди. Ой. Сначала пробиваем щит. Валим и добиваем. Все четко. Делайте так. Геймли, сражайся! Я же вас нахвалила, вы чё? Стоит такой, не сражается, наблюдает. Чё я делаю? Все? Норм. Так, здесь парняги будут стрелять. Вот они. Да. Тихо. Рогорн, у тебя же тоже есть стрелы по-любому. Не хочет помогать. В общем, зря я вас, парни, хвалила. Что-то вы подрасслабились. Все, пошли. Так, вот метка. Тут, наверное, надо сначала наверх не сходить. Потому что враги будут и внизу, и сверху. И как-то быстрее будет сюда добраться. Ага. Да. Так, ну, пропустили. Да. Во. Потому что здесь лучники. Они могут очень сильно мешать. Так. О, сюда не пойдете? Тихо. Добивай его. Вот, он же стреляет вот сейчас. Смотрите, что Арагорн. Стреляет. Не предпочитаю ближний бой, да? Так, еще народ. Хорошо, давай, ребята. Все, ты последний. Так, наверху есть хилка, но я за ней, наверное, не пойду. У меня пока все нормально. Чуть-чуть кацанули. Че тут? А, ну вот тем более тут еще есть. Угу. Препятствия они нам типа сделали. Ну, окей. Ай, со щитом. Тихо. Пацанам со щитами помогают стрелки еще до кучи. Так. Краши их, не стойте! Я тут одна должна за всех отдуваться. Влюблили. Так, еще один. Гимли, ты хорошо бросил топорик, молодец. Где там уже ваш король-то? Вообще, нам надо к нему на беседу. Так. Ну, видимо, он не гостеприимный. Не очень-то мы ему тут нравимся. Понеслась! Рубка. И все. Ток выходит, сразу валите.
Парни, не стойте. Эй! Еще кто-то? А что случилось-то? Что со мной случилось? Почему он так умер быстро? Вроде все было нормально. Офигеть. С этого места снова биться. Ну ладно. Да они будут так, ну, стоять там так близко. Подожди, подожди, не-не-не-не-не. Встаньте, мне надо пугать. Там сейчас лучники придут. Ай. Так, хорош. И такие вот они опасные паренечки-то оказались. Там какой-то полубосс вышел, ну как такой? Начальник. Это. Что-то со мной резко поплохело. Так, спать всем. А что ты будешь делать? Что тебе надо? Но в принципе мы уже недалеки. Там остается еще немного, и потом у нас уже будет разговор с местным королем. Так, давай-ка похиляемся. Угу. Опять этот момент проходим. Ну ладно, чё. Ну чё, 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 чё? Я просто не ожидал, что со мной там такое произошло как-то внезапно. Так, минус. Давай. Хорошо, хорошо. Хорошо пошло. Даже быстрее, по-моему, разобралась, чем в прошлый раз. Там его вынесло, может быть, потому что нельзя так близко стоять к тому, откуда не вылезает, но в гробе-то и все. Поэтому... Так. Ладно, не будем. Как скажете. Ай. Да что ты мне постоянно ловишь? Эй. Ну давай, выходи. Угу. У меня минусунул тогда, да, так? Просто. За раз. Парни, ну вы чё? Давайте помогайте. Гимли вообще отмораживается, стоит. Все с тобой понятно. Так, пока не будем брать. Лежит. Сейчас будет хороший такой замес. Да блин! Я еще зашла такая в самое это пекло. Все. Я-то думала, у вас тут будет больше. Маленький стройняшка Леголас в одного завалил такую статую. Ой, подожди, да-да-да-да-да-да-да. Парни! Тут двое!
помогайте. Мне положат сейчас. Так, хорошо. Отлично. Все, открываем дверки. Там еще кто-то, что ли? Показалось. А, это эти духи летают. Я думаю, еще кто-то нарисовался. Еще-то что ж такое-то? Что немножечко отхватили, но ну, не страшно. Тут можно похиляться. Так, вот оно. То самое местечко. Арагорн что-то там орёт. Ну и это последнее препятствие наше. Здесь надо простоять. Вот их 35 штук аж уничтожить. Ау! Да добей ты его! Ау! Тут, кстати говоря, если нормально махаться, можно быстро перейти в режим превосходства. Тогда можно всех на отлично ловить. Отлично. Ауч. Что такое с добиванием реально в этой игре? Нет, у Леголаса лучше получается добивать, чем с... Но все равно какая-то кривость. Да что? Так. Что там у нас? 20 уже. Стоит, я вижу. Фионик. Гимли. Чё вы думаете, я одна должна вывозить, да? Такие, ну нормально. Сражается сам все затащит. Тут видите, что со всех сторон началось. Так. О! Парни, ну втроём, это ж нечестно. Ау. Так, хорошо. 32. Ой. 33. Ну чё, ты последний? Всё, идём. А плевать тебя на дьявола. Пошли. Музыка здесь. This way. Anyway, would be fine about now. Aragorn will be. Так, Одина. Чё там по уровню? Третий уровень. Ну, отлично было, мало, да, 5-6. Хорош. Берем. Берем урка. Так. Ну давай. Давай, давай. Ты ее удерживать надо, да? Кнопка 1. Давай. Все будем покупать. Так. Подождите, мы же что-то купили. А, финальный суд. 1-4. 6, 3, 5, 1. Да, вот эти стрелы, кстати, надо качать. Да-да-да. 1, 4, 3. У меня не получаются эти приемы, блин. Пофиг. Давай купим. Вдруг случайно нажму и получится. Все, пошли.
Продолжить. Да. Так, сейчас у нас будет с вами разговор по душам с местным королем. Ну так, чисто король с королем. Посмотрим. Так. Так, стой, король мертвых. Да? Давайте попробуем. С ним есть какая-то определенная тактика. Я беру Леголаса. Хотя вообще логично, конечно, взять Арагорна. Но мне кажется, я им не затащу. Мы его попозже возьмем. Хочу попробовать Леголасом. Тут же можно, кстати, уровни перепроходить и вот и Гимли попробовать, и Арагорна. А, меня все равно заставят за него играть, да? The dead do not suffer the living to pass. Нет, я Леголас не играю. Так. Так, он ушел. Он сейчас начнет ультовать. Он сейчас будет вызывать своих, во-первых, да. А потом у него начинаются очень мощные атаки. Так, нормас, тихо. Хорошо. Все, давай, иди ко мне. Иди сюда. Давай, попадаемся. Ух, тихо. Тихо. Все, ушел. Так, стрелы. Все? Опять своих вызываешь? Ау! Так, а чего ты не попадаешь-то? Так, минус. Всё. Угу. Он пока не применяет свою суператаку. Чё ты? Что такое? Не видишь, что ли? Иди сюда. Бей. Ага, казачок. Так, вот теперь боимся. Сколько разов? 3, по-моему. Вот эта атака, она, по-моему, это ваншотная. Ну или снесет очень сильно. Ты чё, блин? Коварство орка. Тихо, мужик. Так, он мне нормально снес. Мне сейчас надо, чтобы вот он этих вызвал, они бы мне хилочку оставили, а? У меня уже пол хп. Так, крепкие пацаны, тихо, пацаны, тихо. Ауч. Ну я же защищаюсь, вы чё? Убьют меня. О, хилочка. Ну, такая себе, конечно. Ну, давай. Пфф.
Так, ладно, мы его до желтого довели уже. В принципе. Ладно, продержаться. Сейчас начнет вызывать всех тут. Так. Лучники. Так. Хилка. Ну, снова снесли. Так. Минус. Отличненько. Ну, пока неплохо. Пока неплохо. Тихо-тихо, защищаемся. Ушел. Половина. Так, он сейчас начнет дышать. Давай. Еще разочек. Он несложный. Тут самое главное его вот подлавливать. Уклоняться от ударов и ловить четко его. Тихо-тихо-тихо-тихо. Когда жадничаешь, пропускаешь удар. Пацаны, дайте похилиться. Давайте. Ну. Парни, вы чё в своего стреляете? Чё, дал хилку-то? Вот. Окей. Так, тихо. В этого тоже мог бы пострелять. Короля-то. Нет? Так, ну ладно. Давай. Не зарываемся. Когда ударяю чаще. Вот ты, блин. Промахнулась. Опять хилка нужна. Тут затащу. Так, ладно. Так, не оставил. Тихо. Взят, бей. А, убьет сейчас, нафиг, Кимочка. А что такую маленькую-то? Это ж нечестно. Ну, стреляй. Давай, промажь. Ай, очень мало. Очень мало. ХП. Ладно, держимся. У него тоже немного. Так, тихо. Ушел. Ну ладно. Засранец. Давай. Это последняя дыхалка, по идее, потому что камней-то больше нет. Где буду прятаться? У него красненькая и у меня красненькая. Держимся. Ну давай. Что ты? Ага, вот коварство орка. Он не прощает. Сразу навешивает.
Ладно. Еще почему еще? Мне бы вот тело застрелить, но побыстрее бы. Было бы, конечно, круто. Так, и хилка, хилка осталась, да ладно. Что-то, блин, как-то хреново. Так, этих перестрелять. Все, вот все, давай, пойдем с тобой. Один-один! Еще хилку отдай. Нет? Да, друг. Коварство орка не врубает, потому что промажет. Он слишком долго делает эту атаку, а этот уже начинает свою потом. Я не успеваю. Так, мне осталось его на один разочек. Сейчас вот этих вот уберем. Блин, а ты, может, да? Начнешь там отстрел. Вот и все. Так, немного легче. Ну давайте наступайте. Кто там смелый? Самое прикольное то, что они не наступают оба. О, еще похилили, класс. Я тебя, может, перестреляю? Отстрел. Вот и все. Хорошо. Ой, еще хилочка, еще хилочка. Давай, поехали. Давай. Помирай. Все. Разобрались и таки с первого раза. Вот сейчас будет сложно. Коллапсис. Пошли. Убить короля — это было полбеды. Вот тут вот удрапать — это, конечно, было еще приключение. Чего не видать? Беги. Здесь будет несколько точек, по-моему. Ой-ой-ой. Ну, типа, не всегда с самого начала, даже если я умру, надо будет проходить. Ах ты ж! Паразиты. Да хорош! Где народ остальной? Я почему одна бьюсь? Я одна, что ли, здесь вообще? А мои где? Ауч. Да хватит. Убежали. Они удрапали или что? А ты сваливай, как хочешь. Так, да? Ну ладно. Ладно. Блин. Ну, в общем, вот таким макаром нам бежать до самого выхода, чтобы вы понимали. Ну, достаточно далеко. Так, ну что, пацаны? Коварство орка включаем. Да что такое? Я сейчас грохну. Хилка! Идет сюда. Да блин, ты со щитами еще до кучи. Дайте. О, спасибо.
Так, тихо. Только взяла бы, не может тут же нанес удар. Бежим! Валим, ничего не вижу. Ай, камень! Застревать в камнях нежелательно. Иначе и на голову может упасть. Тихо. Блин, там уже сыпется все, не успеваем. Беги! О, еле успела. Вы чё тут? Бомноглели? Стоят такие. Нет, им убивают. Вы тут стоите. Да что такое? Да что за блин? Что происходит? Ау! Ай! Так, ладно, все, минус. Стрелков самое главное, чтобы мы нафиг не портили магию. Ай-яу! Меня сейчас убьют, пацаны! Помогайте! Так, хилка! Да подождите! Подождите, нападать-то дать. Хилка там была! Видели, какой замес жесткий вообще? Нет! С самого начала. Короче, я снова сюда добежала. Будем пробовать пройти. Я добежала сюда уже не помню с какого раза. Но... уже попыток 5, наверное, у меня было. Я никак там не могла пройти. Так, тихо. Буду стараться уклоняться. Спокойно. Помогайте, блин, парни, вы чё? Такое ощущение, что они не дерутся вообще. Блин, стрелки эти. Блин. Так. Сука. Посмотри, что они меня вообще разматывают. Тихо. Хилочку возьми, пожалуйста. Да опять стрелок, ну ты серьезно? Одного уберешь, еще один тут же. Так, минус. Е, хилка. Блин. Последнего. А, нет, еще один. Все. Ой, за что? Так, да, главное их рассредоточить. Что я где? Почему я там? Так, минус. Самое сложное, блин, даже вот не вот это. Вот. А то, что осыпаются эти камни, и фиг знает. То есть тут с ними нужно... то ли быстро разбираться, то ли чё, фиг знает. Попытаемся еще раз. Последний разок пытаюсь, и пофиг, потом буду проходить. Нет, короче, ребят. Я то не успеваю их всех убить, меня камнями заваливает, то меня убивать. Давайте со следующей серии, потому что что-то уже мне поднадоело. Другой раз. Да, в следующую серию точно здесь пройдем. Так что пока выходим в меню.
Спасибо вам большое за просмотр этой серии и увидимся в продолжении. Пока-пока.